Ótimo, exalador. Janes, Janes. Aperja, Nilza, dá cigareto, Nilza. Cigares, покажи лимон. Возьми, пожалуйста, в руку лимон, если можно, один-два лимон. Немножко, чтобы тебе реклам магазин делать. Какое себе надо? Подними лимон, сейчас, цаватаном. Джигарес. Большой, хороший лимон. Еще один роза, пожалуйста. Итак, друзья, это Анушаван, армянин, правильно? Чистокровный, Это да? грузинский. Отлично. То есть ты продаешь у себя в магазине азербайджанский лимон, да? Конечно. Я тут плохого ничего не вижу. Самое главное, Молодец, знаешь, красавчик. я сейчас, знаешь, о чем думаю. Самое главное, чтобы была дорога открыта, спокойно можно приехать в Азербайджане, покупать и привезти, продать отсюда туда и отсюда сюда. Красавчик. А что бы кроме лимона хотел бы привезти из Азербайджана и продать у себя? Ну, всякий. Почему же только лимоны? А что ты еще азербайджанское ты продаешь, Саватаном? Что еще продаешь? Азербайджанское. Помидоры есть, и это огурец есть, всякие есть, лоби есть, А скажи, ты зеленая это фасоль. пробовал лобби, фасоль, лобья. Да. Азербайджанский помидор пробовал сам? Конечно. А огурец, хаяр? Тоже салат же кушаешь, ну, без огурца, без помидора, как это можно? Да. Джан-джан. А азерчай не хочешь продавать там? Азербайджанский чай. Но, Азерчай. знаешь, магазин продуктовый. Чай тоже продуктовый. Если сейчас была бы дорога Открытый кило. открытый, почему? Ну, у нас в Грузии же азербайджанцев нету проблемы, можем поехать и привезти. Часто бываем туда. Джигарес Ахперджан, а вот тебе друзья не говорят, что Цаватаном, как ты можешь у себя в магазине продавать азербайджанский огурец, хияр, помидор, лимон, не говорят картоф, не говорят тебе замечания. А кто должен мне чего-то запретить? Или Ну, скажет, что... кто имеет право мне сказать, что я не должен продать азербайджанский лимон или что-то, да? Ну, ты понимаешь, Анушаванджан, Саватаном, а не говорят, что армяне братья, что вот ты, а сигарет нельзя в эфир, спрячь сигарет, ах, перес. Слушай, не говорят армяне, что вот ты продаешь азербайджанский лимон, помидор, хияру, а потом Азербайджан получает за помидоры, хияру, лимону деньги и покупает оружие, чтобы потом вот сильно вооружаться, а потом победить война. Не говорят, что ты вот даешь вот в бизнес Азербайджан. Это, знаешь, вот смысл того, дураки могут так говорят. А то, что не только там, если государство богатый станет, или у него экономия много будет, да, вот и это не от зависит, что там привезли там огурец, хияр или что. Кукам. Молодец. Тут рядом кинозал и кафе есть, но сегодня решила хаш кушать. Приезжай, хаш. Джан, ты меня приглашаешь, ты армянин, приглашаешь азербайджанца в Грузию кушать хаш, да? Ну, тут иначе я вообще не вижу там, знаешь, у меня в друзья азербайджанцы есть, у меня в друзья армяне есть, и в грузине есть, всякие нации у меня в друзей есть. А в чем тут азербайджанцы или армяне или что? Я лично нации не выбираю там. Человек должен быть быть человеком. Не то, что сели эфир там, оскорбили там, иди чего-то. А ну, Шаванджан, Саватаном, а когда у тебя спрашивают, чей Карабах, что ты отвечаешь? Я в политике вообще не лезу. Это, знаешь, я по истории не разбираюсь, даже не хочу туда лезть. Там жили армяне, азербайджане,
вся нация там есть, не только там армяне, азербайджане жили, жили другие нации. Пусть живут, спокойно живут. Я лично тут не вижу там никаких проблем. Если с одной стороны считать, что там армянский или азербайджанский или чья-то, да, вот и ответ не так будет, что там армянский или азербайджанский. Пусть живут люди мирно и спокойно. А чья будет, пускай ДАУ будет. Аджигарис, а вот если тебе предложить такой вариант, да, Карабах азербайджанский, и тогда все границы открываются, Армения, Азербайджан, Грузия, и тебя в магазине будет много продуктов для Азербайджан, армяне будут зарабатывать, азербайджанцы, через Зангезуру коридору откроются, бизнес будем делать, здоровье, кушать вкусную еду. Тогда ты будешь соглашаться? Конечно. Я в мир, короче, так скажем. Спасибо. Молодец. Хороший ты человек. И шапка у тебя красивая. Феррари. Да, Феррари. Да, недавно купил. Я тебе желаю, Ануш Аванджан, саватаном, чтобы ты когда вышел из свой дукан, то есть магазин этот, да, этот гастроном, чтобы ты когда вышел, ты сел в настоящий Феррари, у тебя там был номер Георгия, и ты оттуда прямо поехал через Зангезурский коридор, через Нахчевану, прямо в Еревану. Вот так, чтобы на Феррари. И заправился в Сокару бензоколонка. И вперед, Джигарис. Как тебе такая мечта? Спасибо, Камранджан. Всем желаем удачи, чтобы всем было мир. Всем домам, чтобы был мир. Никто не должен... И последний вопрос, да. Ануш Аванджан, из азербайджанских продуктов в твоем магазине, что лучше всего продается? Рейтинг, что самый больше продается именно из азербайджанских продуктов? Вот лимон хорошо идет, огурец нормально и помидор. То, что у меня есть азербайджанский, все идет. Ну тут, знаешь, что... А что больше, маленькие помидоры или большие? Огурец большой или маленький? Какие большой продаются или маленькие продаются лучше? Большой, большой. Маленький, знаешь, когда свадьба будет, тогда можно привезти. А так, не спрашивать там азербайджанский или чего-то. Помидор хороший, значит, люди придут, берут. Клево. Я тебе хочу, в следующий раз мы видео будем делать. Я буду делать рекламу твоему магазину. Скажу, где находится твой магазин, Цаватаном, какой город? Город Ахаркалак, Джавах, магазин. Ага. Как называется сам магазин? Джавах. Джавах. Дорогие друзья, в Ахаркалак есть магазин Джавах. Им руководит армянин, который взял его аренду и будет очень хороший бизнес делать. А что такое Джавах, Цаватаном? Джавах это что? Что такое? Это, знаешь, вот в Грузии Джавах... Ага. Палус. Есть саватаном, есть саватаном. Чигидем, чигидем, лавим, чигарес. Поздоровайся от меня тоже с армянином. Магазин называется Джавак, друзья. Это Джавак. Ануш Аванджан. В Грузии, вот, в которых армяне живут, армяне. Ага. Ну, там ага. Звучается Джавак. Ну, сам Джавак ага. Это Ахаркалак. Город Ахаркалак. А Джавак это раньше армянские древние земли было? Нет, просто... Ахаркалага до Боржоми, вот так скажем, по-моему, ты слышал Боржум, от этого территории вообще называется Самскрет Джавахети. Это в Грузии да. Так называется. Нет, я понимаю, но Джавах ты назвал магазину Джавах. Джавах это раньше называлось провинция Армении, так говорят армяне. Это типа раньше было большой Армения, Джавах это был ее кусочек. Ты не слышал такой, говорили? Ну, говорят много чего. Окей, Джига. Просто ты назвал магазин Джавах, поэтому сказал. Но ты молодец. Я прошу подписаться на Ануш Авана. Прошу всех, кто в Ахаркалаке, прийти в этот магазин Джавах,
купить там вкусные продукты, там хорошие у него цены и все свежее. Правильно, Анушаванджан? Конечно. Да? Джанес, Джанес, Джигарес, спасибо тебе. Ты сейчас сидишь в магазине, да потом возьмись на улицу, выйди и покажи еще телефоном, как называется вход в магазин, чтобы люди много пришли тебе. Возьми телефон, покажи просто, и сейчас придет тебе много клиентов. У меня все-таки, да, 1 000 000 подписчиков у меня. Давай сделаем тебе бесплатную рекламу. Потом я покажи магазин, друзья. Сейчас проверю. Супер, блин. Да, нет, да, да, друзья мои. Итак, мы видим в Грузии на бензоколонке открыли магазин, который называется Джавак. Покажи, пожалуйста, название магазина, а не только прекрасные дороги. Итак, это армянский магазин. Находится он в Грузии. Фрукты и фрукты. И близко название сделай, название магазина близко, чтобы мы видели. Фрукты, овощи. Магазин название покажи близко. Это там хаш, а ты покажи справа. Магазин покажи, а вперед. Это не хаш, это не хаш, это тоже магазин. Вот называется Джавах. А это тоже Джавах. А, в общем, у вас там все Джавах. Джавах. Это на грузинском. Балди. Написано Джавах. Джавах. А, супер. То есть и у вас уже такие идеи. Ага. И это вот твой магазин. То есть в Грузии магазины называются Джавак. Это не только, не я, просто там магазин, не то, магазин тоже называется, а кто его собственник, он сам там и стал Джавак. Он сам назвал Джавак, то есть понял, он сам назвал Джавак. Это Бахар-Калаки, да? Какое село это, Ахперджан? Какое село? Это не село, это город Ахалкалак. Город Ахалкалак, магазины называются все Джавак. Правильно, Саватана? Это не... Вот это магазин, да, лично так называют. А тут есть... Кенацвале, вот рядом у меня, кафе, все там есть, харчо есть, острый есть, и хаш есть, и хингали есть, и все есть. Хорошо. Спасибо, дорогой. Желаю тебе приятного аппетита. Ты сейчас пойдешь кушать хаш, будешь счастливый, да. А я не буду кушать хаш, потому что у меня нету хаш. Здоровья тебе желаю. И чтобы у тебя в магазине, как ты говоришь, Джавак, много продавался азербайджанский продукт. Хорошо, Джигарес? Хорошо, вот давай. Все, магазин Джавак. Удачи, Цаватанам, Джигарес. Взаимно тебе тоже. Хорошего дня. Давай, пока. Пока.